Всем привет! Я вновь рад вас видеть на канале Дэнни Хэлл. И сегодня в очередной раз я хочу вам показать, какие товары я заказал с магазина Озон. Ну, давайте начнем. Могу, кстати, отметить, что Озон не радует меня своими упаковками. Вот, как видите, тут как-то непонятно запаковано. Что-то у меня из посылок пришло именно мятые коробки. Как видите, вот пришла вот такая вот керамическая кружка, которую я заказывал для сына с героями известного мультфильма «Тачки». Вот такая вот. Кружка керамическая на 220 мл. Изготовитель Китай. Вот такая вот кружечка. В такой упаковке мне пришло два диска. Вот такой вот диск «Черепашки-ниндзя-мутанты» для PlayStation 3. И вот такой вот. Есть такая портативная приставка PSP. К сожалению, их уже не выпускают. Но у меня она осталась. Соответственно, она вполне рабочая. Я играю в нее периодически. Внутри, как обычно, инструкция. Кстати, внешне вот так вот это вот PSP выглядит. И вот такой вот диск. Радует, кстати, что на Озоне еще продаются вот такие вот диски. Это вот как раз черепашки для одного игрока. Что радует, диск новый, никаких царапин или, как периодически говорят, что могут прислать БУ, здесь нету. Давайте продолжим. Заказал еще вот такую вот по акции Play-Doh кухня. Здесь должны быть 6 баночек с разных цветов и набор кухонных принадлежностей. Тут как раз должно быть две доски, ножницы, кухонный тесак, маленький ножик, ложка, вилка, тарелка, ну, суповая тарелка, просто тарелка. Вот это я не знаю уже что, ну и сам песок. Изготовитель Швейцария, Hasbro SA. Давайте откроем и посмотрим. Инструкция. Вот как раз ножик. Все, соответственно, небольшое. Под руку ребенка. Вот такой вот, я не знаю, ну вот формочки такие вот. Ложка. Ножницы. Маленькая вилочка. И тут внешне похоже на чеснокодавилку. Вот тоже формы. Скорее всего, это вот так вот, наверное. Из-за того, что вот здесь небольшой, скажем так, зазор, очень плотно садится вот эта вот форма, и ребенок сам вряд ли сможет сделать. Так что здесь по-любому нужна помощь взрослого.
Это, как видите, две доски с одной стороны, а с другой стороны это форма. Банан, апельсин, мандарин. Это вот долька, наверное, яблочная. Это тут не знаю, что такое может быть. Сыр, сосиска, грибок. Как это? Брокколи, по-моему, это называется. Морковка, ну и остальное. Вот как раз набор. Стоит отметить 4 больших и 2 маленьких. И маленькая тарелка и большая тарелка. Сзади тоже форма. Давайте продолжим. Вот обычно вот в таких вот упаковках приходят книжки. Вот здесь мне, как видите, пришли вот такие вот магнитные истории тачки. 9 штук. Аппликация самолет. Картонная основа с рисунком. Так, 4 цвета, 200 самоклеющихся квадратиков. Кстати, скорее всего, это очень будет похоже на те журналы, которые продаются в фикс-прайсе за 55 рублей. За 55 и за 77 рублей. Вот как раз самолетик. Ну и квадратики. Кстати, я немножко не прав. Принцип похож, но здесь квадратики идут из Эвы. То есть, если в фикс-прайсе идет просто бумага, то здесь идет такая Эва-основа. Ну, сыну моему это нравится клеить, так что заказали. Такого же плана с котиком, называется вообще кошечка. Тоже аппликация. Состав набора: картонная основа с напечатанным цветным рисунком, самоклеящиеся квадратики, 250 штук, 4 цвета. Цвета комплектующих могут отличаться от изображений на упаковке. Это тоже производство 10-е королевство. Доставать не буду. Ну и так, в общем-то, в принципе, понятно. Магниты, кстати, тоже от 10-го королевства. Следующее. Что мне периодически не нравится в Озоне. Это то, что заказ у меня, например, идет один, но так как доставка идет с разных складов, то вот из одного у меня получилось сразу несколько упаковок. Вот такие вот заказал фишки Disney Infinity Power Disc Pack. Это для, вот как раз есть такая, к приставке к PlayStation, называется Infinity. Это вот для него дополнительные фишки. Инструкция абсолютно ненужная. Вот такие вот фишечки. Ну, в общем, нужны эти фишки для игрушки. То есть они дают. Вот здесь вот должны дать, скорее всего, карету, а здесь, наверное, бластер.
и сказали вот такие развивающие тесты. Новая методика обучения дошкольников. Издательство «Махаон» соответствует в ГОС. И серии «Умные книжки». Всякие разные задания идут. В серии есть еще такие вот книги. Стоит отметить, что на всех этих умных книжках в середине идет рекомендация, для какого возраста эти тесты подходят. Вот здесь вот как раз 2-3 года. Ну и закончу я свое видео вот такой вот упаковкой. Вот такая вот коробка размером 52 на 31 сантиметр. Что мне не понравилось у Озона, как видите, они ее просто замотали в пленку, то есть никакого это защиты. В результате чего здесь коробку помяли, и здесь коробку помяли. Я пока написал в Озон, что они мне на это прокомментируют. Но давайте откроем. Потому что возвращать, я не знаю, наверное, не буду. Если внутри все цело, то, наверное, не буду. Не буду. Ну, там посмотрим. Видите, упаковка оставляет желать лучшего у Озона. Коробку они полностью помяли. Вот так вот. Скорее всего, это оставим себе, а на подарок закажем новую. Вот такая вот кухня, здесь 25 предметов пластиковых, то есть это вот плита с двумя конфорками, мойка, ну и как бы небольшая рабочая зона. Изготовитель — Украина, город Иваново-Франковск. Откроем, проверим наличие всех 25 предметов. Кастрюля. Набор тарелочек. 4 штуки. Шумовка. Вот еще. Вот это не знаю, как называется. Вилка. Такая типа половника. Сковородка. Крышка вот такого желтого цвета. Как видите, она вполне подходит на сковородку. Или на кастрюле. То есть вполне универсальная. Набор столовых приборов. 4 вот таких вот вилочки. Ложки, и 4 ножа.
сама плита. Включением можно послушать, что, ну, слышно, как они щелкают при повороте. Слегка небольшое не проклеено. Кран. Как видите, он поворачивается. Знаете, для ролевой игры в кухню вполне отличный игровой набор. Выполнено все. Вот сама плита из плотного пластика. И да, как видите, она полностью соответствует своей картинке. Даже здесь показано, что рычаги поворачиваются, кран тоже. Ну вот и все. Вся распаковка сегодня у меня закончена. Если понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем спасибо и до новых встреч. Пока!